Ну что, моя девочка, что ж ты у меня такая тяжелая? Вот, ребят, кровавая лужа. И это уже третья лужа за день. Я не знаю, смогу ли я вытащить ребенка, но очень тяжело. Очень тяжело. После того, как она выдала мне кровавую еще раз лужу, положила ее на кислоту. Сейчас капаю еще дополнительно еще кислоту. Думала, обойдусь, но мы сейчас 100 грамм кислоты прокапаем. Аминокапронки. Друзья, еще одна жертва тербунского ада. Мы забрали ее из тербунов. Забрали ее. Забрали вот этих малышей. Девочку назвали Злата. Ей приблизительно 8-10 месяцев. И у нее жуткий кровавый понос. Но сегодня мы эту кровь смогли остановить. Сегодня у нее уже желудок чистится зеленью. А это огромный прогресс. Девочка еще тяжелая. Но, слава богу, есть шанс ее вытащить. Уже есть шанс ее вытащить. Ребята, у нас нет денег, чтобы сдать анализы. У нас реально нет денег, чтобы заплатить долги в клинике. Поэтому девочку просто лечим. Все, что можно сделать. А вот анализ сдать я ей не могу, поэтому не могу сказать, отравление у нее или энтерит. Кровь алая, такая, как при отравлении. Поэтому я больше склоняюсь, что девчонка отравлена, а не больна. С ней были... Вот эти малыши были с ней в одной клетке. Дети чувствуют себя хорошо, только вот те малыши покашливают. Дети находятся под наблюдением и контролем. И держать мы их так будем 2 недели. Если малыши что-то схватили, то, разумеется, через 2 недели это проявится. А пока наблюдение, контроль. Ну, будем наблюдать за детками нашими. Ребята, я повторяю, это малыши из тербунов. Я не собиралась брать. А когда увидела, не смогла пройти мимо. Ребят, у нас огромные долги в клинике. И мы не можем сдать анализы. Мы не можем даже сдать анализы. Если кто-то захочет нам помочь, ребята, если можно, помогите нам, пожалуйста. Они имеют право на жизнь, и они имеют право на нашу помощь, на наше сострадание и милосердие. Пожалуйста, мои хорошие, давайте будем добрыми. Давайте мы их спасем. Очередных наших ушастых, наши лохматые души новые. О сострадании прошу, друзья, о помощи прошу.